два года назад у нас уровень младенческой смертности был очень высокий. Один из самых высоких в стране, в Южном федеральном округе, в том числе в этом году. Как у нас идет динамика? Могу сказать только за свое учреждение. У нас показатель 0,7. Вот маленький. Сколько это уже? Когда родился? 36 недель беременности. Вот 20, да. Вот мамочки лежат. Они продавали это здание за 800 тысяч. В общем, за 500 торговались. Там просто пустое помещение, почти 200 квадратных метров. Нужно его отремонтировать, и мы просто эту лабораторию туда выведем. Ну, в районе где-то 3-3,5 миллионов. Там надо ее ремонтировать и оборудование у нас. Оборудование у нас все есть. Оформите заявку, и выйдите с приглашением. Хочу поблагодарить за ваш труд. Если я не ошибаюсь, 35 лет занимаетесь этим благородным трудом. Спасибо вам огромное. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы дальше продолжили, еще и молодежь воспитывать.